Добрый день, дорогие друзья, гости канала, подписчики. Сегодня по просьбе Олега Юрьевича мы находимся на Каракамыше 1.3. И он попросил показать места детства, юности не своего дома, а своей супруги Светланы, с которой они уже вот больше 38 лет вместе. Так получилось, что волей судьбы они в 90-х годах переехали в Россию на Дальний Восток. И сейчас, вот в этом году, исполняется 60 лет его супруги, и он хотел сделать такой маленький сюрприз для нее. Показать ее родной дом, где она выросла, где прошло ее детство, юность, где они повстречались, где они полюбили друг друга. Вот. И мы сейчас как раз-таки находимся на Каракамыше 1.3. И возле ее дома 35-го. Это фасад с задней стороны получается. Вот номер 35. Смотрите, какой красивый такой маленький газон, весь ухоженный. Его поливают, есть дорожка такая с фонариками. В общем, интересно сделали. И давайте зайдем во двор, и вам будет еще более интересно посмотреть, как выглядит дом, двор со дворы, со стороны подъездов. Махаля называется, Кичкирик. Ну, здесь одноименный канал протекает, Кичкирик, что в переводе, скорее всего, как крик. Крик, ну, когда кричат, такое странное название. Да, давайте я покажу. Каракамыш 1.3, 35-й дом. Мы во дворе вашей супруги Светланы. Узнаете свои места? Я пройдусь до конца дома, покажу придворовую территорию, и мы, возможно, еще раз вернемся обратно. Выглядит сейчас детская площадка напротив дома 35. В Ташкенте жарко, плюс 24. Сегодня обещали еще жарче. Какой же ваш подъезд был? Но я сниму все, постараюсь снять все, чтобы вы видели. Такое футбольное поле здесь есть с искусственным газоном. Дворники подметают, следят за чистотой вашего двора. Ну, пыль, без нее никуда не денешься. У нас такой, можно сказать, пыльный регион, да? Так это выглядит. Какой ваш двор? Дом номер 35, Каракамыш 1.3. Последний подъезд получается на 4-м этаже. И окна выходят на Сагбан, на улицу Сагбан. Это 8-й подъезд, квартира 70. Да, точно. Это вон там. Давайте обойдем, посмотрим. 36-й дом, двор 36-го дома. Да, вот здесь новостройка. Ташкент застраивается. Да, вот. Ваши окна. Видите, да?
Надеюсь, будет вам приятно увидеть свой дом. Ну, идемте прогуляемся по дорожке. Так выглядит перекресток ваш. Улица Сагбан. Сегодня в нашем сюжете есть еще один адрес. И мы проедемся на Юнусабад 4 квартал по просьбе Санжара, который также живет в Крыму, и покажем его родной дом, где он вырос, где он жил, где родился, вернее, не родился, а где он проживал долгое время, где учился, в какой школе. И я думаю, что ему тоже будет очень приятно увидеть свой родной двор. Так что выдвигаемся на Юнусабад 4 квартал. Давайте я проедусь еще по Каракамшу 1-3, покажу здесь, что здесь изменилось. Здесь вот есть садик, я так понял. Еще один. Рядом с садиком протекает вот этот канал Кичкирик. Вот он, видите, его как облагородили. Очень интересно сделали. С этой стороны, пожалуйста. Переехали на Каракамыш 1-2. Может быть, кто-то тоже помнит свои дома. Садик 423. Кто-то, может быть, сюда ходил. Вот он здесь, с левой стороны. Каракамыш 1-1. И вот эта речка, Кичкирик, да, она практически огибает весь Каракамыш. 1-3, 1-2, 1-1. Сломота называется. Вернули на улицу Сташи Рим,
где находится базар строительных материалов Джоми. Очень большой такой базар стройматериалов здесь. Кто-то называет его как бы не таким дорогим, да? И в основном здесь есть все, если вы хотите строиться, делать ремонт в квартире, в доме. Тут можно найти все. Налево по кругу, если там мебельные цеха, мебельные магазины. А мы едем прямо в сторону Юнусабада 4-го квартала. По просьбе Санжара посетить его адрес, его дом. Поверните направо. Санжар, мы возле вашего дома. 75-й, а следующий 74-й. Вот так выглядит ваш двор сейчас. 4-й квартал Юнусабада. Вот такой длинный дом. Квартира. Санжар, ваш подъезд. Салам алейкум. 57-я должна быть здесь. Просил передать. Только вот. Здрасте. Да. Ну, смотрите, ситуация такова. Санжар, ваш дом я квартиру нашел, я вам ее показал. А про соседей, которые вы говорили, что они жили выше этажом, тетя Жанна, дядя Вися, к сожалению, сейчас там нету, я так понимаю, видимо, они продали квартиру. Сейчас там живут квартиранты, молодые ребята. Вот. Ну, естественно, они никого не знают. Поэтому мы возвращаемся. Еще раз я вам покажу. Ваш дом выглядит сейчас вот так. Номер 74. На 4-м квартале. Рядом у нас 75-й дом. Ну, вот так вот двор сейчас выглядит. Той хана бывшая, помните, свадьбы делали, да, там. Вот такие дела. Но, к сожалению, мы не застали ваших соседей. Вот, а так ваш двор вот так сейчас выглядит. Ряд девятиэтажек, да, они вот
со стороны 4-го квартала, с улицы расположены. Второй, первый, второй, третий дом, 75-й и 74-й. Ну что, дорогие друзья, спасибо, что смотрите нас, оставляйте комментарии. Если кто-то еще что-то хочет увидеть, пожалуйста, пишите в Телеграм. Мой ник в Телеграме и сам номер телефона, он в описании к этому ролику. Расскажите поподробнее о том или ином месте в Ташкенте, где вы проживали и сейчас хотели бы увидеть. И я, конечно, постараюсь по возможности снять для вас эти места. А так, всем всего доброго, пока-пока, счастливо, до новых встреч!